Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, дорогие подписчики моего канала! Ну, а если вы еще не являетесь подписчиком, то, конечно, обязательно подписывайтесь на канал. В этом видео мы с вами разберем одну потрясающую мелодию Игоря Крутого «А может, ночь не торопить» или «Как быть». Итак, давайте приступим к разбору. Сначала рассмотрим знаки при ключах. При ключах у нас 4 диеза. Фа диез, до диез, соль диез, ре диез. Вместо до играем до диез, вместо ре – ре диез, вместо фа – фа диез и вместо соль – соль диез. Итак, давайте приступим к разбору. Начну показывать правую руку. Правая рука у нас начинает играть в малой октаве. То есть первая октава, малая октава. Первым пальцем нажимаем ноту соль диез. Затем соль диез выше на октаву, нажимаем четвертым пальцем. И затем соль диез, ля, соль диез, ми, фа диез. И по аппликатуре. Первый палец, четвертый, четвертый, пятый, четвертый, второй, третий. И давайте соединим. Следующий кусочек мы начинаем снова играть с ноты соль диез и уже четвертым пальцем нажимаем ноту фа диез, фа, и затем фа диез, соль диез, фа диез, ре диез, ми. Первый палец, четвертый палец, четвертый, пятый, четвертый, второй, третий. И давайте проиграем этот кусочек. Следующая часть. Правая рука играет си первым пальцем, си четвертым, затем си, до диез пятым, си, соль диез вторым, ля. Можем сыграть
первый, пятый и поменять потом на четвертый. Так, далее. Си, ля, четвертым. Ля, си, ля, фа, диез, вторым, соль, диез. И давайте я проиграю сначала. И следующий кусочек. Правая рука у нас продолжает. Фа диез вторым пальцем, ля четвертым, соль, ми первым, фа диез, то есть получилось. Отлично. Так, давайте теперь начну показывать левую руку. Начну показывать вариант. Первый вариант – это вариант с интервалами. Значит, что мы играем? Первый интервал, который мы будем играть в первом такте – до диез мини, вторым, четвертым пальцем. Я играю второй интервал – ре диез, фа диез. Третий интервал – до ре диез. И четвертый интервал, тот, с которого мы начинали, до диез ми. То есть мы играем раз, два, три, четыре. Теперь смотрите, как мы можем проигрывать. Мы можем проигрывать либо по два раза. Раз, два, раз, два, раз. Либо проигрывать по 4 раза, но это будет уже чуть быстрее. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И давайте покажу, как мы будем соединять. Давайте покажу сначала первый вариант, если вы нажимаете по 2 раза. Первая нота соль диез проигрываем из-за такта, соль диез, на соль нажимаем, и затем снова на соль диез нажимаем интервал. Затем на фа диез мы нажимаем следующий интервал, ре диез, фа диез, и повторяем его. Затем нажимаем соль диез, и на фа диез нажимаем уже следующий интервал, до ре диез. И далее с фа диезом повторяем его еще раз. И с ми мы нажимаем интервал до диез ми. И повторяем. Давайте проиграю сначала. Теперь давайте покажу второй вариант, когда мы проигрываем интервал 4 раза. Первая соль из-за такта, соль диез. И на соль мы нажимаем интервал до диез ми. Раз, два. Теперь вместе соль, три, четыре. То есть на каждый счет. Далее с фа диез мы меняем интервал и проигрываем его 4 раза. Раз, два. Три, четыре, затем соль диез. На фа диез играем следующий интервал. Раз, два, затем с фа диез повторяем. Три, четыре. И на ми проигрываем вот 4 раза. Раз, два, три, четыре. Давайте сыграю все сначала. Отлично. Первый интервал это ми, соль, диез. Раз, два. Следующий интервал ре, диез, фа, диез. Раз, два. Соль, ре, диез. Раз, два.
И возвращаемся к аккорду ми соль диез. Проигрываем один раз. В интервал до диез ми. Его мы играем один раз, будем играть. Следующий интервал ре диез фа диез. Его проигрываем два раза. И следующий интервал соль диез до диез. Также два раза. Теперь давайте покажу, как мы будем соединять. Си у нас относится к предыдущему такту. И на ноту, верхнюю ноту си мы нажимаем интервал ми соль диез. Так, нажимаем еще раз. На ля мы нажимаем интервал ре диез фа диез. И проигрываем еще раз. Затем си на ля играем следующий интервал. И затем и соль нажимаем аккорд ми соль диез. С нотой фа диез мы нажимаем интервал до диез ми и проигрываем. С фа диез нажимаем следующий интервал, повторяем его и затем. Теперь давайте покажу версию, когда мы нажимаем чуть чаще, соответственно нажимаем по 4 раза. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Четыре, раз, два, три, четыре. И последний интервал нажимаем два раза. Раз, два. Нажимаем два раза. Четыре раза. И следующий интервал. Первая нота си в тишине. Си. И на си мы нажимаем интервал ми соль диез, проигрываем два раза. Раз, затем си, си. На ля диез мы нажимаем следующий интервал ре фа диез и нажимаем его, проигрываем четыре раза. Раз, два, три, четыре. Затем си на ля играем следующий интервал, проигрываем два раза. Затем с ля, ля. И на соль диез нажимаем следующий интервал, проигрываем два раза. С фа диез, соль диез. Затем нажимаем фа диез в правой руке, левая рука играет четыре интервала. Два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Итак, давайте теперь покажу вариант левой руки с арпеджио. Начинаем с пятого пальца, нажимаем до диез, соль диез, вторым пальцем до диез и возвращаемся соль диез и затем до диез, соль, до диез и на до диез остаемся. То есть у нас получилось. Так, следующий такт. Ре диез, си, ре диез, си. Ре диез, си, ре. И остаемся. Так, следующий такт. До, соль диез вторым пальцем. До чистая, соль диез. До, соль, до. И четвертый такт, точно такой же, с которого мы начинали. До диез, соль диез. До диез, соль диез. До диез, соль диез. До. Теперь давайте соединим. Правая рука вступает из-за такта, проигрывает ноту соль диез. И на, ноту соль, на вторую ноту соль диез вступает левая рука и проигрывает 4 ноты. Затем 3 ноты параллельно. Левая рука держит ноту до, а правая рука доигрывает ми. То есть получилось. А следующий такт, тут все просто. Правая рука нажимает ноту фа диез, а левая рука проигрывает арпеджио. И давайте я проиграю с самого начала. Далее правая рука у нас и нажимает соль диез и затем фа диез. Фа диез вступает левая рука, проигрывает 4 ноты.
затем три ноты параллельно. И правая рука доигрывает ре-диез. Затем правая рука нажимает ноту ми, а левая рука проигрывает свою арпеджио. И давайте я проиграю все сначала. Первое арпеджио, которое мы играем, ми, си, ми, си, ми, си, ми. Так, второе. Ре диез, си, ре диез, си, ре, си, ре. Третье. Си, фа диез, си, фа диез, си, фа диез, си. И возвращаемся к тому, с чего начали. Ми, си, ми, си. Единственное, проигрываем один раз. Ля, до диез, ля, до диез, ля. Затем ре диез, ля, ре диез, ля. Повторяем. А теперь давайте соединим. Левая рука у нас нажимает ноту си. И на си проигрываем первое арпеджио. Ми, си, ми, си. Затем три ноты параллельно. И доигрываем соль диез. Так, затем правая рука нажимает ноту ля, а левая рука проигрывает свою арпеджио полностью. Так, далее правая рука нажимает ноту си. И на ля мы проигрываем. И параллельно доигрываем фа диез. И на соль диез играем следующий арпеджио. Первые четыре ноты играем параллельно. Затем с фа диез мы играем следующий арпеджио. И повторяем его. И далее у нас получается такая волна. Какие ноты мы будем играть? Левая рука нажимает со диез, пятым пальцем до диез третьим, ре диез вторым, соль диез первым, то есть. А правая рука играет до диез первым, ре диез вторым, соль. Давайте сыграем сначала.